Алло, добрый день. Это Карен Вахтангович? Нет, это Мейсон Пауэр. С кем я разговариваю? Это из полиции связывается, управление экономической безопасности противодействия коррупции. Так, послушайте, меня зовут Мейсон Пауэр, мы с вами коллеги. Кого ловим, коллега? Так, ну смотрите, дело в том, что у меня... Очень долго рассказываю. Так нельзя, так, все, напиши смс, братишка, давай. Алло. Да, да, что? Я говорю поручение от Федеральной службы безопасности. Послушай меня. Дело секретное? Тогда давай будем шептаться, старичок. Ты чего так орешь? Блядь, дело секретное, а? Какого черта? Вы понимаете, с кем общаетесь, Мейсон? А ты понимаешь, с кем ты общаешься? Меня зовут Мейсон Пауэр. Где ты находишься? Мы находимся в Москве, гражданин Мейсон. Какой я тебе... Какой гражданин? Я мистер Мейсон. Эй, какой... Господи, все. Уже на этом можно было закончить разговор. У нас граждане, мистер Мейсон. Вы сейчас находитесь на территории Российской Федерации. Меня зовут Мейсон Пауэр. Я из Лос-Анджелеса. Я сейчас нахожусь в Лос-Анджелесе. Куда ты звонишь? Так, мне нужен Карен Вахтангович Арутюнов. Его нету. Это Мейсон Пауэр. Господи, Саманта, это ты? Я узнал твой голос. Чертова сучка. Ты меня хочешь разыграть? А? Что? Вы задержали Карена или что? Я никого не задерживал. Фигуранта по уголовному делу. Какому уголовному, господи? Вы что, поймали этого? Подожди, Джона МакАлистера? Твою мать, а что, сразу не сообщили? Какой к черту Джон МакАлистер? В смысле, какой к черту? Мы ловим Джона МакАлистера уже 3 года, блядь. Можете меня выслушать сейчас? Слушаю, что? Ну, во-первых, информировал о порядке статьи 310 КРФ, которая гласит, что информацию, которую вы получаете в ходе дознания... Что? Тропат, ты читаешь рэп или разговариваешь? А ну, давай, сержант, а ну, смелее. Эй, эй, где твоя речь? Господи, ничего не понимаю. Тебе нужно пройти уроки по постановке речи. Что происходит? Послушай. Так, как тебя зовут? Как тебя зовут? Подожди, как тебя зовут, старик? Как тебя зовут, сержант? Алексей Александрович. Как? Я не старик, я 32 года. Господи, 32, такой голос, блядь. Подожди, как тебя зовут? Давайте по порядку. Фамилия, имя, отчество. Мейсон Пауэр. Мейсон Пауэр. Пауэр. Территориальное местоположение, где ваш? Лос-Анджелес? Лос-Анджелес, да. Участок 44. Имени Патрика Суэйзи. Птицефабрики номер 17. На улице Джеки Чана. Какая улица Джеки Чана? Там есть улица Джеки Чана? Конечно, есть. Я живу на ней. На улице Джеки Чана. На улице Джеки Чана 43 Кия. Шутки в сторону. Шутки в сторону. Стволы вперед. Оп. Эй, хо. Отставить. Отложите оружие в сторону. Что? У меня нет оружия. Это лучше ты, старик, опусти медленно оружие. Пожалуйста. Я понимаю, ты вступил на неправильный путь. Давай поговорим. Выскажись мне. Что тебя беспокоит? Зачем ты звонишь людям и доебываешь их, блядь? Остановись! Не надо этого делать. Пойми, в жизни есть другие развлечения. Сходи на карусель с матерью. Я не знаю, можешь в речке поплавать. Ну, хочешь, я тебе куплю машинку, блядь? Остановись, только не звони и не доебывай людей. Все сказал, мастер. Задумался? Все